В начале о командно-штабных учениях, которые сегодня провели в Старом Осколе. На этот раз отработали алгоритм действий в случае аварийной ситуации на канализационно-насосной станции. По легенде, произошло полное отключение электроэнергии. Что происходило? Отключение напряжения, высоковольтного напряжения. КНС, насосы перекачивающие остановились. Мы подключили дизель-генератор. Данный дизель-генератор необходима электроэнергия для внутреннего пользования КНС-4, это освещение и работа дренажных насосов машинного отделения. Ну, данное учение, проверка и, скажем так, учение показали, что, собственно, личный состав готов. Мы привлекли сегодня порядка 20 человек на учение. Это специалисты по энергетике, специалисты по насосному оборудованию. Значит, люди сработали хорошо, готовы к данному мероприятию, скажем так, или данным событиям. Добавим, подобные тренировки по поручению губернатора проводят по всему региону. На учениях отрабатывают алгоритмы при различных чрезвычайных ситуациях.